сейчас мы разыграем следующую тарелку. Вот третий номер. Зачитывайте. Федоровна. Зачитывайте. Я считаю. Квашва. Квашва. Ква-ква. А сейчас все вместе. Ква-ква-ква. Буду я начальник блата.
Мамы и папы говорят, нынче все решает Влад. Буду утрочком вставать, все по блату доставать, всех устраивать по блату и проталкивать куда-то. Заведу знакомых я, взятки брать, конечно, буду. Буду брать, когда дают, а не брать, так засмеют. В жизни главное, ребята, жить не только на зарплату. И сказал ребятам Коля. Буду я, как дядя Толя, у соседей на виду, в алкоголики пойду. Это нынче очень модно, и к тому же все народно, алкоголикам давно все у нас разрешено. Можно драться и ругаться, и на улицах валяться, людям жизни не давать, на милицию плювать. А общественность у нас помогает в трудный час, алкоголика под ручки и на эти, на поручки. И сказала тут Людмила. Я давно уже решила стать писательской женой. И не спорьте вы со мной. Мне с пеленок стало ясно. Это выгодно ужасно. За писателя пойду, домработниц заведу. Буду модно одеваться, перед всеми задаваться, из себя воображать, на машине разъезжать. Отдыхать зимой и летом буду самым высшим светом. И сказал ребятам Юра. Я пойду в номенклатуру. Буду всюду я входить, буду всем руководить. Главная моя забота — научить других работать. Всем давно пора понять, надо перевыполнять. Что до пота, что до крови, чтоб забыли о здоровье. И давать, 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 чтобы отрапортовать. А в углу сидел Ванюша. Молчал и только слушал. А потом сказал. Друзья, вот о чем сказать хочу я. Чем всем бездельничать охота, но работать должен кто-то в шесть вставать, нас кормить и одевать, шить рубашки и штанишки, суп варить, печатать книжки, строить, пахать и в сад нас водить, ребята. Так, кто-то должен, это ясно. Значит, только подрасту, буду я рабочим классом и в колхозники пойду. Всех Иванов поддержали, обнимали, руку жали. И Ванюша, молодец, ты умнее нас, бесспорно. Ты давай, ворочай горы, ну а мы, как говорится, будем все тобой гордиться. Дело было вечером, делать было нечего. Так, разыгрываем следующий, номер 5. Задорные частушки. Задорные частушки. Я, пусть и могут выжить на всех, а за пусть и водить. А? Быстрее говорю.